Кролики не грызуны, они относятся к семейству зайцеобразных. Кроликов часто путают с зайцами, но между этими животными много отличий, несмотря на то, что они являются родственниками в биологическом смысле. У кроликов на самом деле намного больше зубов, чем это кажется на первый взгляд – целых 28. Природа приспособила кроличьи глаза к великолепному обзору. Так кролики видят даже то, что происходит позади них, не поворачивая при этом головы. Дикие европейские кролики выкапывают глубокие и разветвленные норы, которые иногда объединяются в целые подземные города. Кролики – социальные животные, то есть в дикой природе они живут группами. Это отличает их от зайцев, которые больше существуют в одиночестве. Рекорд продолжительности жизни принадлежит кролику Флоппи, который родился в 1964 году на острове Тасмания, а умер в 1983 в возрасте 18 лет 10 месяцев. Однако уже сейчас этот рекорд побит другим кроликом из Новой Шотландии, которому недавно исполнилось 24 года.